Добрый день всем. Сейчас говорит уже как бы, да, вот мы все с вами являемся свидетелями регулярных кризисов, которые сотрясают нашу страну. Кризисом охвачены все сферы нашей жизни, это экономические, политические, культурные, духовно-нравственные. Вы все об этом, мы много говорили, вы все говорили о многом об этом, сейчас повторяться об этом, мне кажется, тоже, наверное, не стоит. Единственное, что я хотел бы обратить внимание, это то, что вот мы все с вами тоже знаем, что наша власть, ну, порой очень часто бывало, что своими решениями она ставила под сомнение легитимность государственной власти Абхазии. Это часто бывало, но в защиту государственных интересов от руководства этого же государства выступало гражданское общество и защищало эти интересы. Но сегодня вызывает очень глубокую озабоченность, беспокойствие, а не просто игнорирование общественного мнения, но и растущая агрессивность со стороны власти, переходящие определенные рамки уже. Особую беспокойность вызывает деятельность правоохранительных органов, действия которых направлены на подрыв ценностей, на которых зиждется абхазский народ, то есть на подрыв того, которое по долгу службы они должны защищать. Абхазы одни из немногих народов мира, которые смогли на протяжении тысячелетия сохранить свою самобытность, выжить как нация и не потерять свою идентичность. Но как такое могло случиться, что мы, завоевав свою свободу, начав строить свое независимое государство, до сих пор не смогли создать соответствующую экономическую базу, политическую систему для поступательного, самодостаточного развития. Более того, под угрозой стоит наша идентичность, наша культура, наш язык, не востребованы в нашем же государстве. Как такое могло случиться? Значит, что-то мы не то делаем, мы неправильно что-то делаем, надо исправлять. В этих условиях мы считаем острой необходимости мобилизации интеллектуальной, духовного и физического потенциала нации для решения стоящих перед нами задач. Не просто выхода из кризиса, а выработки концепции развития независимого абхазского государства. Потенциал для этого у нас есть. Свидетельство тому вся наша история. Это свидетельство тому наше независимое нынешнее государство. Мы смогли это создать, не каждому народу это удается. Мы смогли, значит, есть у нас потенциал, мы не можем раскрыть этот потенциал. У нас есть потенциал для того, чтобы создать подлинное демократическое государство, основанное на абхазских государственных традициях, где отношения между властью и народом определяются не господством и подчинением, а совместными действиями, осознанном направлении, как это всегда было в нашей истории. И у нас есть для этого все условия, и мы готовы этому следовать и делать этого. И призываем к этому всех. Здесь речь идет не о борьбе за власть, не о этой власти. Здесь мы не хотим делить кого-то. Вот здесь кто провластный, кто в оппозиции находится. Сегодня не такая ситуация, когда мы речь идет о борьбе за власть. Сегодня мы уже подошли к опасной черте, когда речь уже будет идти не просто о потере государства нашего государства, а уже о будущем абхазского, само целостности абхазского народа. Поэтому серьезный вопрос стоит очень серьезно, и мы должны все очень серьезно подойти к этой проблеме, которая перед нами стоит. Спасибо за внимание.